Что с ними? Весь день нервные. Мы обнаружили кое-что необычное. Необычное и тревожное. Помнишь, ты говорил, что из-за таяния ледников за полярным кругом североатлантическое течение может сместиться? Да. Началось, по-моему. Граждане, здесь область повышенной турбулентности. Мы встретили аномально высокий слой облаков. Правительство должно принять экстренные меры. Сразу. Джек, это голая теория. И вот так льет уже трое суток. Господин вице-президент, не начнем действовать, потом будет поздно. Я боюсь, время уже ушло, мой друг. Что можно сделать? Спасите, кого сможете. Буря будет усиливаться. Что нам делать? Я приду за тобой. Ты это понял? Где будешь ты послезавтра? Мая 28. От режиссера, снявшего День независимости.